Здравствуйте всем. Тенорширр приветствует вас. Вы забываете графический ключ на Android? Не удается войти в телефон, несмотря на попытки. Не переживайте, сегодня мы расскажем о двух способах разблокировки. Удаление блокировки по шаблону через Google, найти устройство. Найти мои устройства. Телефон должен быть привязан и авторизован в Google. Перейдите в Google, чтобы найти мое устройство. С помощью учетной записи Google свяжите заблокированный телефон. Выберите устройство из списка. Сбросьте устройство до заводских настроек. Подтвердите сброс. Потерпите немного. Сброс занимает примерно 5 минут. После завершения сброса ваш телефон будет очищен и блокировка по шаблону будет удалена. Выполнение данной операции удалит все данные на телефоне, но позволит разблокировать устройство. Удаление блокировки Android с помощью For You Key. Метод включает использование программы For You Key для Android, которая помогает, если забыты графический ключ, пин-код или отпечаток пальца. Сначала подключите телефон к компьютеру и запустите For You Key для Android. Выберите функцию блокировки экрана в программе. Выберите марку вашего телефона и нажмите «Начать», чтобы удалить блокировку экрана. Потерпите немного. Переведите телефон в режим восстановления. Сравниваем мобильный телефон Samsung как пример. Удерживайте кнопки уменьшения громкости и питания до выключения устройства. Удерживайте кнопку громкости вверх и кнопку питания до появления логотипа Samsung. Процесс длительный, прошу терпения. Войдете в интерфейс восстановления. Перед продолжением помните, кнопку громкости используют для выбора, а кнопку питания – для подтверждения. Нажмите кнопку громкости для выбора сброса данных. Сделайте сброс настроек. Очистите раздел кэша и подтвердите действие. Подтвердите перезагрузку системы сейчас. Блокировка вашего телефона будет снята через несколько минут. Ключ 4U можно использовать без связи с учетной записью Google. Рекомендую. Способы разблокировки шаблона Android. Надеюсь, это поможет вам. Лайкните и подпишитесь на нас. Мы предложим практические советы по мобильным.